Телеканал КРТ представляє. Крим – це Україна, але коли доходить до того, чи в Криму є українці, українські люди, виходить, що ні, їм не треба води, їм не треба електрики. Крим, по суті, самі віддавали тоді в 2014 році. І зараз тим, що ввели зобов'язання тільки перехід з закордонними паспортами, по суті, визнали, що Крим не актуальний зараз. Смотрите, есть серьезные основания полагать, учитывая, что этот тезис вбрасывался совсем недавно лидером фракции Арахамии про вводу в Крым, да, в обмен на Донбасс, отвод войска России. Сейчас, в первый же вечер, премьер-министр этот тезис озвучивает. Есть серьезные основания предполагать, что это была договоренность не только Зеленского, скорее всего, нового главы офиса президента Ермака с Россией о том, что воду будут они нам давать. И почему в такой сложной ситуации это вбрасывается и начинается обсуждение в обществе. И главное, наша поставка воды в Крым, я бы сказал, это последний рычаг давления на Российскую Федерацию. Когда мы сейчас видим обстрелы того же Золотого 4, то есть те пункты разведения войск, обмены, которые были неадекватными, несовместимыми, и уступки постоянной украинской власти российской стороне, если они еще и пустят воду в Крым, то все о нас забудут. И Европа с радостью, и Соединенные Штаты, если Дональд Трамп сохранится, снимут санкции, и мы останемся один на один дякую, с Кремлем. Дякую, пан Максиме. Ну, як політолог-міжнародник обминув питання моє про те, що про закордонні паспорти, вам, як політологу, кандидата філософських наук. Власне, на такій самій аналогії, коли Придністров'я, до цих пір там на КПВВ стоять не прикордонники, стоять поліція. Таким чином Молдова показує, що вона не визнає факт анексії Придністров'я. У нас, скажімо, чи сторони КПВВ по Донбасу, по лінії розмежування, чи в Криму стоять прикордонники. Тепер ще й вимагають закордонні паспорти. Руслан, я думаю, что и Максим, и я, мы хорошо услышали вас относительно паспортов, так же, как и наши граждане. Но вопрос в другом, что это не только вопросы политические, это будут во многом вопросы и манипулятивные. Я вам просто скажу, что, допустим, идея и диалог, и дискуссия по поводу загранпаспортов на пересечении с Российской Федерацией точатся уже последних 15 лет как минимум. Мы имели полное право пересекать эту границу как по государственному паспорту, ну, по синему так, и имели и по загранпаспорту. Оба документа позволяли нам пересекать границу, потому что кто как себе это чувствовал, да, так и мог и тогда и пересекать. Вопрос то, что пошли ограничительные меры. По вопросу Крыма, на самом деле, давайте просто посмотрим, сколько трудностей имеют граждане для того, чтобы просто пройти, начиная от логистических, сколько надо сделать пересадок и остальные, чтобы это была самая большая проблема относительно большой сделки. Смотрите, была попытка господином Зеленским вернуть вопрос Крыма в повестку дискуссии перед встречей в Париже. Было очень много разговоров о том, что давайте через запятую добавим в нормандском формате еще и вопрос Крыма. Ну, поговорили, на этом закончилось. Во-первых, это не предмет этих дискуссий. Во-вторых, нормандский формат страхует минские договоренности, Крыма там нет, мы понимаем. Поэтому все за вопрос и наших телезрителей во многом вернется Крым в дискуссию, не вернется, зависит только от того, как Украина будет себя позиционировать. Мы сейчас стоим на, скажем так, пороге возможности второй встречи в Берлине. И видим, что эта встреча потихоньку сползает по ряду других вопросов. Я не исключаю, если двигаться по той логике, которую предложил Максим, что есть какие-то попытки нащупать, да, договоренности и с Российской Федерацией в том числе, и предлагать им что-то взамен. Поэтому я делала уже акцент, что господин Шмыгаль может нам говорить о поставках воды взамен на что-то. Вопрос в другом, что в открытом доступе нет ответа толком на что. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы прежде чем наш президент ехал и договаривался с лидерами нормандского формата, мы понимали, с чем он туда едет. Ну, козырь, условно, как пан Максим сказал, козырь в кишене у него будет вылить крымской воды. У нас телефонный звоночек. Доброго вечера, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Студия, пенсионер Юрий из Краснодона. Вот. Ну, я, во-первых, и Александру, и всех девочек поздравлю с днем весны, с наступающим. Спасибо большое. Вот. И
Вот Зеленский недавно встретился с послами G7 о курсе Украины. Вот что они ему там советовали, не знаем. Это значит, что курс не изменится Украины. Вот. А где ж народовладье, которое обещал он? Где совет народа? И к Яли я хочу вот, сказать, я с неподконтрольной. Вот ты бросаешься все время, воюете с Россией. Сегодня в Стаханове простились с героем Донбасса, который 63-го года мужчина, понимаешь? Его убил снайпер украинский. Мы-то знаем, с кем вы воюете, зачем вы Россию приплетаешь. Ты. Ну, каждый имеет свою точку зору. Мы с вами напомните, когда мы с вами на брудершафт пили последний раз. Ну, гаразд. Давайте переходимо до наступної теми.